Всем привет! Меня зовут Виктор, это Mist Survival, и я продолжаю выживать здесь в одиночестве среди различного рода зомбей. В общем, вне кадра я поспал, ни черта интересного там не произошло, и с утра решил продолжить. Свои приключения. Так, эти штуки возьмем. Ой, туман пришел. Блин. Там двойня ходит сразу. Полезу на дом, чё? Буду с дома их уничтожать. А что делать? Надо ж как-то с ними бороться. Что с дома будет неудобно у них эти забирать. Копья придется спускаться. Ничего страшного. Спустимся. Живаем. Пока еще живем. Пока еще живем. Я туда могу не докинуть. Скорее всего, не докину. Огнестрел в машине остался. Надо лук, да, реально надо. Ну-ка, подожди, а что надо, чтобы лук скрафтить?
Так, тут можно сделать типа молотого коктейль, да? Блин, а почему бандаж делается из двух тряпок и этой фигни? В принципе, можно особо бандаж не собирать, да? Блин, а где лук-то? А, лук что ли нельзя скрафтить? Лук только найти можно. О, так я могу шкаф, кстати, себе сделать, а не искать. И на себе. Блин. Что ж, мне удалось привлечь твое внимание, да, значит? Да ладно, серьезно, ну чё? Как? Как так-то? Да ладно, да блять, да как так-то? Да лап... Ёб твою ж! Ебать, снайпер ты, конечно. Соплидых позорный. Так, а 4 у меня только копья осталось. Остальные все сломались, что ли? Или они опять в ком-то ходят? Или они до сих пор в ком-то ходят, копья мои? Что случилось-то? Что я так долго жил? У меня что, здоровья столько было, что ли? Я же в бронежилете. Я же в бронежилете, смотри. Был. Я был в бронежилете. Я был в бронежилете.
Блин. Как ты сейчас промахиваться-то умудряешься? Это прям просто трэш какой-то. Уже прям рассвет начался. Прям рассвет начался и... Все равно просрал. Да блядь, да чё за хуйня-то? Ну ты чё такой, блядь? Да кинь ты копьё, ёб твою ж, блядь. Да ладно. Серьёзно. Я просто попал. Я просто попал копьём в копьё. Гениально. Гениально, блядь. Ё-моё. А у меня ножа с собой нету, молодец. Пошел, блядь, называется, на войну. А ножики не взял. Так, ну мне там надо два копья забрать у того урода. Он мне два копья должен. Пришлось бронежилетом пожертвовать, чтобы два копья забрать. Так, а где-то здесь аж кидал копье и промазал. А вот мы сейчас шкафчиков-то себе и понакрафтим, сколько сможем. В принципе, на изиче падают, а то нет. Где копье? Хотя ладно, зачем мне копье искать? Я ж могу сейчас крафтом просто заняться. Шкафчиков, например. Не тратить время на эту хрень. Да? Я могу покрафтить шкафчики себе просто. Так, где я тут их находил? Можно даже вот такой скрафтить. Security Locker. Он типа будет закрываться. 8. Вот эти у меня есть дохерища. Эти есть, это... Security Locker. Так, локеры 26, 2 и 4. Доски где? Два шкафа, например, скрафтить.
Так. Вот так, да. А я красный хотел. А, ты красный получился. Отлично. Еще тогда. А как выбрать, маленький или высокий? Отлично. Отлично. Сюда можно теперь инструмент перевести. Можно перевести инструмент отсюда. Да и в принципе все можно отсюда перевести. То, что не будет иметь отношения к еде, например. Бля, может еще из чего построить? Шкафчик, ну-ка. Что там на тебя надо? 4. 4 вот этих. Давай-ка еще один построим. Раз уж здесь стройкой занялись. Сюда еще даже один влезет. Наверное, мы тогда это в тот шкаф и переложим. Сюда оставим топоры. Чего нету веток?
Веток нету. Охрененно. Сюда, 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 здесь. Короче, строительное все забираем. Все, что к стройке имеет отношение. Уголь, в принципе, тоже имеет отношение, но пока пусть здесь полежит. Пока пусть полежит здесь. Там есть еще у меня пару домиков, которые проверить надо. Стой, подожди, давай-ка мы сохранимся на всякий случай. Так, а где-то тут... Где-то же я тут домик на горе видел. Вон тот. Или я его проверял? Бля. Во что ты врезался? Или я здесь проверял домик? Похоже на то, что я его проверял. Да? Ну ладно. Хорошо, что бензин бесконечный, тогда... Тогда нахер мне бензин сливать, если он у меня бесконечный. Если у меня бензин бесконечный, его можно и с машин не сливать. Запчасти откручивать только и все. Так, вот здесь вот были... Нет, вооруженные вон там дальше ходили. Вот в этом доме. Шарахались вооруженные черти эти. Ого, а чё вас столько много? Чё? Малой. Пушка, где твоя? А? Где твоя пушка, говорю?
Че, все без оружия, что ли? Ах! Не, ну я все равно троих. Я троих с копья завалил, ёптать. Троих все равно с копья положил. Можно сказать, без шума. Без шума положил. А куда они оружие свое дают? Куда они дают свое оружие? Это ж интересно. Куда оружие-то они дают? Что, все? Не разжился я ни оружием, ни патронами. Исчезли бандиты. Печалька. Че, у меня был шанс. Сам его профукал. Они все сожрали. Они все сожрали. Вот. Сволочи. Тут голяк, блин. Все пусто, бандосы все вынесли просто. Ну вот. Хоть что-то нашли, блин. Три гвоздя. Да это что, серьезно, что ли? Каких три гвоздя? Вы че, блин? Блин. А я же сюда с боем хотел прорываться. Может, конечно, заново перезагрузиться и посмотреть, может, они заспавнятся. Только неохота мне проверять. Опять с ними там воевать. Чё, ножик? Давай, берем ножик. Ножик нужен, чтобы эти делать. Копья. Все.
Блин, а сюда не проникнуть, да? Закрытая, типа, территория. А мне это прям уж очень уж интересно было в этот ангар-то попасть. Идем отсюда. Не рады нам здесь. Вообще. Вообще не рады. Так, водички надо выпить. Паштета надо скушать. Блин. Что такое, остановился, посмотрел. А там бандосики. Стреляют. Шахта. Ух! Чё? Пошли. Так, а руду. Чем руду-то добывать надо? Я и забыл. Кирка нужна или молоток? Может, конечно, нам удастся здесь что-то и найти просто без добывания, да? Вот тут руда, блядь, я не помню, молоточек надо под нее или... Я-то, в принципе, знаю, что меня тут впереди ждет. Блядь! Счастливо оставаться, долбохрюндель. Сука. Так, у меня не топора. Чисто ножик взял только и все, да, и пошел. Молодец, конечно, чё. Так держать. Чё еще взять тогда? Ножик. Сейчас поглядим, поизучаем, что тут есть. Потом за в шахту туда приедем. Полноценно уже добывать руду здесь. Берсерка чпокать. Просто я помню, я его убивал, только я не помню, что с него там выпало мне тогда за его убийство. И вот я сейчас думаю, стоит ли заморачиваться его убийством. Тут я могу наверх и не выбраться, да, получается?
Тут нормально так, селитры. Всего-всего нормально. Так, ну-ка, давай мы вот тут сохранимся. А то вдруг, если я наверх тут не смогу залезть. А я не смогу залезть. А, это камень, мне показалось, этот лежит. Зомбела, блин. Зомбак лежит. Еще. Это не подходит сюда рычаг. А где тот рычаг? А вот он ты. Здесь что? Не работаешь? Короче, тут всего-всего полно. Ну, там где-то надо еще было эти вставить. Предохранители, которые я не ставил. По-моему, где-то возле берсерка надо было это вставлять. Но берсерка копьем я не одолею. Правда, есть несколько гранат там. Хотя бы надо будет одно в него кинуть копье. И посмотреть, насколько он это оживучий. Может, наделаю копии реально. Возьму, точнее, с собой этих сраных палок, веток, и буду копьями его тут ласкать потихонечку. Есть, конечно, варик вместе с павна его еще это забором обнести. И он тогда с места сдвинуться не сможет. Будет стоять там орать, а сдвинуться не сможет.
Да ладно. Попытка была хорошая. Блин. Ну, его можно, в принципе, и таким макаром. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Так, а это сейчас где я? А, это я перед лестницей, да, сейчас остановлюсь? Перед лестницей или где? Понятно. Я пиздец в неудачном месте остановился. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, что, давайте на этом закончим. На этом закончим, а уже в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.